Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие новому кабинету министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Новое правительство состоит из технократов и представителей политических партий, ряд которых перешел из предыдущего совета министров и пользуется сейчас поддержкой широкого большинства, в том числе обычно оппонирующих друг другу партий. Предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате в результате выхода из правящей коалиции небольшой партии «Живая Италия». Ранее доверие новому кабинету выразил итальянский Сенат. В своей программной речи Марио Драги среди приоритетных направлений назвал в частности противодействие пандемии и восстановление экономики, в том числе за счет рационального использования средств из специализированного европейского фонда. Он подчеркнул незыблемость единой европейской валюты, приверженность европейскому и трансатлантическому альянсам, необходимость выстраивания торговых отношений на многосторонней основе.